Если отпуск еще не скоро, а офис хочется сменить, не выезжая из города, на незабываемый отдых и купальник достаточно побывать на вейк-станции. Здесь рушатся стереотипы о том, что Рязань – унылый областной центр, в котором летом нечего ловить. Чтобы поймать волну, теперь не обязательно лететь на Гавайи. Вейкбординг – молодой вид спорта, который объединяет в себе серфинг и водные лыжи, теперь уже и в Рязани. Как покорить стихию? Узнаем у профессионалов. Адреналин, драйв, позитивные эмоции и, в конце концов, прилив эндорфинов обеспечены тем, кто рискнет и попробует этот экстремальный вид спорта. В Рязани движение любителей покорить местную воду при помощи вейка существует относительно недавно, но уже зарекомендовало себя как отличный способ развлечься в жаркий летний день. Просто ты когда качешься, ты не думаешь ни о чем, у тебя нет никакие, тебя не волнуют ни проблемы твои, какие-то заботы, ты все, ты без мыслей просто едешь над водой. Ну, неописуемое чувство. Очень классно. Покажете? Да, обязательно, конечно. Евгений – инструктор по водным лыжам, сноуборду, скейту и серфингу. Еще недавно он работал в Египте в лагере вейкборда, но с закрытием этого туристического направления переехал в Рязань. И теперь рассказывает о технике катания желающим освоить водный спорт рязанцам. Сюда, на Орешек, приходят люди разного возраста, чтобы попробовать себя на прочность и равновесие. И опытный тренер всегда готов показывать новые трюки и рассказывать о технике их выполнения. Ну классно, потому что, допустим, в спортзал ходить скучно. Тягать железо, все. А здесь ты получаешь удовольствие, и в то же время у тебя идет физическая нагрузка. А когда учишь какие-то трюки новые, получается, делает это чувство прогресса, не знаю, неописуемое, непередаваемое. Когда ты пытаешься, ты делаешь, падаешь, и вот наконец-то это получается. То есть как бы очень здорово. Прыжок, полет, все остальное не важно. Главное – это дружить с водой, а не пытаться ее покорить, говорит инструктор. С ним полностью согласен Михаил. В свои летние каникулы мальчик приходит сюда каждый день. Сегодня буду кататься только для вас. Мой девиз – сделай все, а потом еще. Все, что необходимо новичку – это минимальные навыки равновесия. Опытные вейкбордисты говорят, что для начала вполне хватит освоить правильное вставание и развороты. Всего за полтора месяца Миша освоил технику и уже выполняет первые трюки. Ну, мне очень понравилось. Это было довольно-таки круто. Хотя научиться поворачивать – это на самом деле было для меня не очень легко. Мне очень нравится кататься. Я прихожу сюда практически каждый день. Иногда даже с друзьями приезжаю. Ну, это непередаваемо. Если вы хотите освежиться в жаркий день, подтянуть тело и получить незабываемые эмоции, то вам сюда, на необычные водные процедуры. Кстати, до обеда кататься дешевле, чем вечером. Если вы, конечно, экономите на хорошем настроении.